Привет! Вы находитесь на канале Лиска Киска. Да. Мы сейчас покажем вам, как подросли наши рыбки за 5 дней. Вот они там. А помните вы, как им понравился мой цветочек? Да, понравился очень. Видишь, дочь, они там разные. Есть светленькие, а есть потемнее. Да. Но не еще все серенькие, конечно. Ну, еще да. Рано им цвет набирать. Так, а где светленький? А вот он светленький. Ты же один светленький такой? Да. А вот остальные все темненькие. Почему-то один светленький, да? Больше нету светленьких? Да. Вот один масипусик. Какой красивенький. Привет. Хорошенькие они, да? Хорошенькие, конечно. Давай сейчас всех покормим? Да, я буду кормить. Высыпали корм рыбкам? Да. Маленькичкам нашим? Да, один получился. И сейчас они были ням-ням. Да, один получился большой. Один большой получился? Да, вот видишь, ее там один большой. А, корм. Как они шустрые. Да. Шмыгают туда-сюда. Вот. Мне кажется, что а то я уже съел корм и что? Съедать, мне кажется. Конечно, они же прожорливые ребята. Много кушают. Да. Съедывай я там. Ты, маленький, ты. Прошло 12 дней с тех пор, как наши малыши родились. Да. Они немножко подросли. Вот малявочки. Привет. Лошадка Лискин. Где малявки наши плавают? По низу он. Один даже есть таким темненьким хвостиком. В основном они пока серенькие. Один где-то я видела с темненьким. Берите за свой. Мы мальков снимаем. Так, где тут малюточки? Вот какой-то темненький хвостик у него. Мяу-мяу-мяу. У одного. Ну да. Прям темненький. С черненькими пятнышками. Он заисаел, смотри. Вот этот малючек. Мяу. Я заисаел. Мяу-мяу-мяу. Что ты не упади. Мяу-мяу-мяу. Хвостиком. Поплыл. Мяу. Крыса тут Алиса. Мяу. Киса, тебе что надо? Кусать! Что надо, киса? Кусать рыбку! Рыбку? Да. Не дадим тебе рыбку, самим нужно. Я хочу настоящую рыбку покушать. Так это ж настоящая. Сейчас я ее съем. Сейчас маленький-то настоящий. Сейчас поймаю и съем. Да посмотри, мы уже давай киску. Мой, убирай кису. Туди-сюди. Так, кошака мы твоего показывали. Убирай. Так, брось. Лезет тут киса. Лоша тоже лезла. Лоша, сидеть. Дай я малючка поснимаю. Где тут ты сегодня? Что ты их, по-моему, поменьше стала, чем был.
худенький, маленький, такие голубые. Кошка опять куда-то уедет. Сейчас же кошу. Покушу сейчас. Мяу-мяу-мяу-мяу. Еще подрастают наши малюточки. Еще пройдет несколько дней, еще покажем. Как они подросли. Да, Дотя? Да. Когда они уже окрашиваться начнут. Пух-пух. Пух-пух у тебя? Прошло 23 дня, как наши малыши-рыбки родились. Да! Сейчас мы покажем, какими они стали. Да! Где тут их побольше? Вот одна с черненьким хвостиком плавает. Да! Рыбочка. Толстенькая такая, наелась? Да! Такой пузо аж отвисает у нее, брюшко. Да! Вот такой черненький хвостик у ней. Они еще окрашиваться не начали. Попозже там потом будут окрашиваться. А вот сверху их много. Накушанные такие. Пузики у них отвисают. Что-то много им с утра корма добавили. Переели чуток они. Ты видишь, доча, какие пузики у них? Да. Толстенькие. Да. Тут малюсики такие. Малышки. Лисенькие. Похолочки. Это не играется, что ли? Ну, ела. Или он гоняет тут всех. Я тут кушать еще с пузом таким отъедом плаваю. Гоняет, гоняет он. Нет, а ела они. Рыбок других. Нет, они ела и ловят. Играется? В прятки ела. А вот еще один чуть-чуть черненький хвостик у него. Она ела и ловит в прятки. Прятки играют? Да. Дружить надо, а не гонять друг дружку. Да? Да. А его не гонялки играют. Наверное, может, они в пятнашки играют, да? Один другого запятнал и... Побежали. То есть попыли. Остановился, уезжу и есть от них. Быстрюка, они не успевают, а они уже посчитали. А этот чернохвостый всех гоняет, тут гоняется. Посмотри на него. Что, дерется? Ого себе. Да? Да, еще и дрался. Ой, со всеми дерется. Ух, какой боевой. Где? Боевая рыбеха такая. Вот сверху, видишь, черненький. Вот с хвостиком. О, теперь клюнула вторая рыбка. И он куда-то смылся. А его убежал. Вот эта, которая чуть-чуть с желтеньким хвостиком. Вот такой клюв. Клюв. Щип, может, они щипаются, да? У них же зубов нет, они щип щипаются. Девочка. Он гоняет всех, он, наверное, там нямку нашел, что-то он там щипает. Да, он там кушает и всех гоняет от нямки, которую нашел. Там с голодом стоит. Пузо такое большое еще ест что-то, а? А вот и нямка. Большущая такая. Опять за камушек упала. Никому я не дам свою нямку. Большую. Сам все съем. Прошло 39 дней, как наши рыбки родились. Да.
Уже у одной хвостик красненький, смотри, доча. Вот она хвостиком красненьким плавает рыбка. Тут их так много, охнеть. Вон она сверху, сверху. Не видишь, кушать хотят, вот поплыла. Кушать сейчас их покормим. Желтый хвост. Красноватый такой хвостик, я крупненькая хвост. Такая рыбочка, вот она. Куда ты там уплываешь все время? Немножко хвостик подкрасился? Да. Дальше он еще сильнее покрасится, хвостик. Давай покормим их. Ой, я увидела, он с красивым хвостиком. Вторую я увидела. Да, вот она, я вижу. Тут лесенький такой. Маленький такой. Я вторую увидела с красивым хвостиком. Вторую. Ты непонятно, еще мальчик это или девочка? Да. Девочка, люблю. Это, наверное, мальчик все-таки. Да, Лева. Кушать наши малючки. Так что сюда. А не Лева быстренько все скушает, да? Да, они быстренько все съедают. Вот и голодные какие. Да. О, вот у ленёнка. Что, они уже все съели. Только один плавает с едой, не может пожевать. Да, шустро они все умяли. Да. А он один потащил внизу нямку. Да, я тоже. Таскает ворота. Я съел хуйню. Такой потащил, это моя большая, такая нямка моя, никому не дам. Сейчас у него кто-нибудь доберет. Да. И что, слопал всю? Ого, какой провод. Я тоже потеряла. А еще его надо тоже таскать. Все за ней бегают. Да, вот что я тут беру. Вот и что, кто бегает. Убегает вот это? Тащит мою ямку. Никакая, я не ищу что-то. Ну, я уже съела. Все уже слопали, наверное. Весь корм. Привет. Привет. Они вот еще один таскает за ним, все бегают. Сверху видишь он? Да, есть. Нямку таскает. Да. Так, а где этот с красным хвостом? Да, я тоже не вижу. А, вот он по дну бегает. А, я тоже не вижу. О, ой, ямку. И вот это ой, там ямку я вижу. Я вижу, там что-то падало. А там на дне, кстати, его ямка валяется. Лежит. Да. А кто ее еще? А, вон одна нашла. Потащу. Ой, еще один кусочек. Вот как ей подфартило, а какая здоровая нямка. Так у нее же вон пузо какое объетое. Да. Наделать уже. Прошло уже 1.5 месяца, как рыбки наши родились. Самая крупненькая, 2 крупненьких у нас. Вот одна из крупненьких, это девочка уже видно. У нее вот где пузико внизу, черненькое пятнышко, это девочка. Ну, хвостик у нее мало окрасился. А вот красненький, где с красненьким хвостиком. Где он был? Потеряла. Это рыбка. А вот он, это самец. Тихолесенькая такая. А у самца хвостик хорошо покрасился, такой красненький.
И что-то там шмыгает, что-то сидит. Туда-сюда так шмыгает. Вот красивенький хвостик у него, такой красненький-красненький. Это его, а вот эту цветочку я уножу. А остальные еще маленькие. Да. Серенькие. А давай их дочь покормим вкусным кормом, который они любят. О, давай! Да? Вот такой мы сейчас им корм дадим. О, замороженный. Как он называется? Ой, не помню, как он называется. Но они его очень любят. Так, смотри, берем. Я хочу. Ну тоже возьми вот так, как на пальчик. И водичку вот так. Видишь, он разлетелся. Это корм. Ой, сколько много. Возьми вот так. На. И прям в водичку. Вот сейчас накушается много, что-то мы им дали. Видишь, как они его с удовольствием нямкают. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, такой красненький хвостик у Сантая. Красивенький. Прям мелькает туда-сюда, туда-сюда. Красненький. Привет, привет, цыпленок. Привет, твой цыпленок. Бешеный цыпленок. Мне свой цыпленок идет. Что надо? Бешеный. Да уже все свою лапу видели. Смотрите продолжение в следующем видео.